внезапных стримов. Нелпер, наверное, не знает. Я сегодня днем, часов в 11, запускал от балды стрим, включал игру этот Техномансер. Может быть, слышал от разработчиков Spiders, которые делали Mars Warlocks и Bound by Flame. Вот, 40 минут мне хватило. После этого я просто выключил ее. Потому что настолько она кривая и настолько надо превозмогать, чтобы в нее играть. Поэтому я понял, что идея была плохая. А тем не менее, я запустил стрим, и человек 6 пришло, наверное, внезапно, непонятно откуда. Я вообще не ожидал. Вот поэтому, вот, видимо, есть определенный узкий круг людей, которые сидят на моем канале и ждут, когда запустится трансляция. Так, сегодня, кстати, можно выбирать качество. Я не вижу, что в чате кто-то писал. Не знаю, здесь ли вы, те 5 человек, которые у меня указываются в Твиче. Может, вы закрыли, может, вы ушли, не знаю. Тем не менее, привет. Добрый вечер. А, мы ну, продолжаем. Конечно. Так, у тебя там что происходит? Ты там сам с собой разговариваешь. У меня ганганули. Я тут вторгаюсь. Тут топа гангеров. А-а-а. В доспехах Хавала и с заклинаниями. Ну, конечно. Понятно, как ты хотел первой части. Первая часть не прощает. Не, да капец. Вторгся, да? Встретили залпом заклинаний. Так, где ты находишься? Так, смотри, у меня какая идея. И, собственно, я взял, как и обещал, чашу. Я выучил заклинание копьё молнии. Теперь я 10 раз могу кинуть копьём, которое неплохо дамажит. Отлично. Вот. Я чуть-чуть прокачался, ну совсем чуть-чуть. У меня какой там 52 уровень сейчас. Я решил пойти в катакомбы, потому что в катакомбах есть неплохое оружие у Патчица, ну, лоскутика. И неплохой сет клирик он продает. Если правильно я понял, как мне написали в чате, я, конечно, забыл проверить это в информацию от Википедии. Вообще в катакомбах там после Пувила можно Лерою выбить с него. С кого? Наряду. С этого? С лоскутика-то? Нет, Лероя. Там, там же Лерой водит в катакомбах. Не совсем понимаю, о чем ты. Ну, Лерой. Паладин Лерой, который... Ну, я понял, что паладин Лерой, а где он там? Перед туманом. Золотым. А-а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 
Допер. Короче, в катакомбы мне полезно сходить по-любому, как клирику. Поэтому я сейчас нахожусь возле Файерлинг Шрайне. Ну, тут пока ПВЕшная зона. Сейчас я спущусь в Нет, катакомбы. со скелетами бою. Так, ты сейчас, получается, тоже где-то рядом, да? Да, я сейчас спущусь Сейчас я вниз. активирую первый костер, и там рядом сконнектимся. Хорошо, иду к тебе. Вот я думаю, мы завалим этого, как его, чувачка с тремя масками. Пинвилла. Ой. А, он пинил, меня все пыл назвал, ну ладно. Не важно. Вот, короче, завалим мы его, и я думаю, на этом с катакомбами пока покончим. Блин. Мне вообще замечательно, у меня святой меч, и так классно со скелетами бороться, которые не встают. Ай-яй-яй. Забыл. Да блин, черепа. Хватит взрываться. Ай! Охренеть. Я забыл про некроманта, и меня убил. Возле Меня костра. черепа умудрились взорвать. Черепа. Да. Это надо постараться, чтобы пострадать от них. Робот Джет, я тебя вижу. А что-то как-то одновременно взорвались несколько штук. Робот Джет, у меня есть подозрение, что ты не человек, а утка. Потому что кроме этих трех букв я тебя ничего не вижу в чате. Да, это разумная утка. Разумная утка. Дай бог, если разумная. Ох, без этого-то оружия, как с ними? Просто прибегать тупо получается. Да.
Ну, я обычно так и проходил по такому. Ну, бег до ближайшего некроманта. Вспомни наш забег с лучницей. Как я много матерился. Не, просто у меня у основного персонажа есть святое оружие, я уже и забыл про то, что их можно не убивать окончательно. Можно. Лаки Геймер, привет. Привет, все снова. Я помню, там был этот Трайхандер, что ли? Божественный, что-то такое. Свои хандры, божественные, ничего себе ты. Да. Так, я убил, Я... нет? Некроманта. Да, я убил некроманта. Так, все, надо ускоряться и тут топить просто. Какой-то человек отобрал у Роботжета клавиатуру и написал «Приветствую». Отдай обратно утке клавиатуру. Так, сейчас я тут все возожгу, все это сделаю. Блин, или это заперто? Нет, некромант, потом. Ай! Серьезно, что он так больно бьется? А! Блин, прикинь же в этой комнате, в котором погиб эти некроманты. А я точно Ай! так же первый раз от него слег. Вот сейчас уже второй раз прибежал. Как так больно бьет, там полжизни, мне Так, я снесть. пока тут царапаю этих скелетов, ты давай подтягивайся тоже. Лаки О. Геймер спрашивает, какая, по нашему мнению, самая убогая локация в первой части? Самая Первый. убогая. Я пока, вот честно, не могу назвать ни одну убогую локацию. Мне все примерно нравятся. Единственное, Первый, да. наверное, слушай, наверное, даже не знаю. По-моему, Нью-Лондо вот. До слива воды, она какая-то такая бесячая. Ну, с этими призраками, да, но я бы сказал, вот которая мне не запомнилась меньше всего, это вот Dark Root Garden, вот нижняя часть этого сада, где Гидра, как-то вот она, не знаю, почему она для меня как-то где-то там на Не знаю, задворках. достаточно прикольное место. Я говорю, я в принципе не готов выделить какую-то локацию, даже тот же Нью-Лондо первой части. Блин, может быть, после того, как я поиграл во вторую и в третью, могу сказать, что в первой, по-моему, нет таких локаций просто. Ну, не знаю, вот эта локация с призраками меня всегда бесила дико. Лаки Геймер Там... говорит, руины демонов. Я бы вообще поспорил с тобой. Руин демонов шикарное место. Шикарнейшая просто руины демонов, изолит это... По-моему, одна из лучших локаций атмосферных. Я, по-моему, ничего ни в одной игре, ни в одной части Dark Souls не видел таких локаций, которые такие бы впечатления вызывали. Озеро Золы в третьей части, ну, вообще не дотягивает до него. Вот прям вообще не дотягивает. Так, я тут... А, у меня вон некромант еще стоит, надо его убить. Хотя, в принципе, мне это не смысл. Че, знак ставишь? Я отбился. Фух. Хорошо, что все-таки этот рапира позволяет бить из-под щита. Меня Пиксель. просто такая там, это мизер жизни остался. Пиксель Харт выделяет склеп великанов как самую худшую локацию. Клев великанов? Да нет, там весело. Особенно, когда там блуждаешь в темноте, прикольно. Ты знаешь? Так, да, давай, ставь знак. А, это не ты зовешь меня? А, я тебя еще не звал. А ты где Все, знак когда поставил? у костра. Так, значит, мне надо снова с тобой коннектиться. Мне кто-то другой позвал, пойдем помогу, что ли. Так. О, чего? А! Я кольцо кошки не снял. А. Молодец. Молодец. Думаю, что меня вырвало?
вместо кошки меня вырвало. Так, ну ты пока там разбирайся с вторженцами, я в лесу. Сейчас я тебя приконнекчу. Я, по-моему, вообще не работал онлайн. Только сейчас с программой заработал. Мир в красном вейве. Любую. А чё мне стрелять? Пусть воюет. Ставь ставки. Так, ты 58-й, ну нормально. Нормально с тобой сконнектимся, значит. Так, ну все. Я тебя вроде приконнектил. Красный выиграл. Тебе же при этом тоже награду дают, да? Да, да. Ого! Хозяин мира был, однако. У него 10500 дали. Ух ты, ничего себе. Нормально. Что, я бы его не убил. Фартанул от себе. Так. Слушай, а зачем мне здесь небесное кольцо? У роботжета клавиатуру отобрал, походу, какой-то. Отобрала какая-то. Итальянская утка или что это? Узаредес мазорте лемсор. Я не знаю, на каком-то языке. Так, чё ты, давай ставь, ставь знак. Сейчас, уровень один подниму. Или мне не хватит? А, хватит. Так. Так, поставил. Я решил, что кольцо бэкстабов мне в эту локацию не очень нужен. Одел хавал обратно. Тут, на самом деле, вообще скелетов бы, конечно, лучше мне убивать, потому что у меня святое оружие. Ну, значит, я буду на некромантов охотиться. Да. У нас так много здесь. Так, что, знак стоит, нет? Да. Я его почему-то не вижу пока. Я вообще ничего не вижу. Никаких знаков. А может, ты полый? Нет, я этот, человечный. Так, вроде же программа работала. Что, опять открывать, что ли? Сейчас я еще раз проверю программу. Странно. Все вроде работало только что. Так. Нелпер? Нет. Ты у меня есть. Подключен. Почему туда не вижу твой знак? Не знаю, прямо у костра первого стоит, там, где был некроман. Угу. Там, у костра. Я понял, да. Так, вижу какой-то. Какой-то появился. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, это ты, но я... Ты любишь так близко ставить костру, что я... Так сменяй, чё, дело. Ну, я на автомате сразу нажимаю, а я даже не смотрю, что там. Я ж казуал. Самый натуральный. Хотел, еще... Первый... Хотел еще Хавела завалить, но что-то как-то лень мне было туда ходить. Так, погнали. Ну давай, руби то скелет, простя, небесная рожа. Ты будешь просто бегать рядом и получать опыт. Ну я могу. Я... Ты или я кто? Не понял. Ладно. Хрен. Возьму его пока. Встал? Возьму его пока. Нет, не встал. Так вот и некромант. Кто такой? Повелитель. Меткий? Здоров, повелитель. Некроманты они, да, они неплохо стреляют. Блин, я на нее таргет не могу поставить. Вот он, поставил. Лаки Геймер, ты что, смеешься? Лаки Геймер пишет, Хавела парировать легко. Парировать. Парировать Хавела? Но, да. В принципе, его можно парировать. Разве парируется зуб дракона? По-моему, да. О, я забыл, у меня же есть копье молнии. Че-то я не юзаю.
Хотя, в принципе, зачем мне это Так, сейчас ты надо? молодец, конечно, полечился, а я-то не лечебный. У меня аж 12 фляжек. Ну сейчас я. Меня кто-нибудь поцарапает. Вот меня и поцарапали как раз. Сейчас Ладно, перехожу я на магию. Ой. Там лучник. Так, все, некромант мертв, поэтому можно. Можно и тебе убивать их. Эй, типа. А, перейти на быстрые стрелы. Неудобно идти. Да. Люцерн Хаммер. По-моему, самое незапоминающееся оружие. А я видел кого-то с ним, я помню. Ой! В меня-то за что? Ой, я его забэкстебил. Kirsten Dead, приветики, как дела? Да нормально, неплохо сойдет. Сам или сама, как? Так, вот из этой локации я сюда немножко терял. Так, это мы вернулись обратно, да? Да, мы не то чтобы вернулись, мы можем вернуться, сейчас спрыгнем там, где стоял лучник. А можем пойти направо. И... Так, здесь... так тут черепа, ты этот, аккуратней. Так, а эти будут оживать, если я их буду бить, да. Угу. Ах ты. Вроде бы я его убил. Так, мы их не интересуем. Kirsten Dead, сам. Окей, как сам. Не тут, нет. Ладно. Так, там шмоточка, блестяшечка. Смотрел вырезку из стрима этого, Iron Pineapple. Он третью часть включил с модом на агрессию и стримил в коопе. Это, конечно, жесть. Мне что-то захотелось тоже попробовать ради прикола. Вот только не знаю, с кем скопиться, у тебя же пока нету. Что за мод на агрессию? А там, как я понял, все мобы становятся дико агрессивными и преследуют тебя по всей карте. Ну, тупо, короче, агро действует, типа, неограниченно, отовсюду. То есть ты стоишь, и на тебя просто отовсюду валят мобы. Где некромант-то? Так, некромант, он дальше. А, он не здесь? Он не здесь, он дальше. Я это место, сука, запомнил после того, как мы лучницы его проходили. Так, я вот немножко по этому. Так, вот снизу теряюсь. Еще есть некромант, вот он, ты видишь, нет, вот слева от нас. Вон, копошится. Ты попадешь, нет? Ну, конечно, сам могу попасть, но попробовать. Блин, в таргет не берется собака. Нет, не берется. Если только упасть, и атака в прыжке его. Во. А вот взялся. Не попадаешь? Блин, он попадается и дергается. А, ты его убил, отлично. Мне еще и человечность дать за него. Вообще замечательно. Так, подлечить надо нас. Так, тут, по-моему, проваливается пол или нет? Да-да-да, вот в этом месте. Вот в этом месте сказал НЛПР и встал прямо на это место. Не, я рядышком встал. Так. Да, горят глаза, но Кирмант еще и жив. Kirsten Dead, ну потому как ты пишешь, видно, что у тебя все офигенно. Я за тебя рад. Так, а где их некромант? Так, он где-то в одной из комнат, по-моему. Где-то здесь. Нет, не здесь. Здесь ловушка. Ну ладно, я их сейчас разберу, в принципе. Так, ну я их не бью, потому что это бесполезно, поэтому да. Я их пока просто держу в щите. Угу. Что я делаю, блин? Так, этого я пока тебе отфутболил, сейчас он живет. Давай. Вот, это тоже, что ли?
Нормально. Так, тут я вроде все собрал. Это что ты опять стал-то? Какого хрена? А точно божественное оружие? Сабля. Да. Ну тогда этого же не вставали. А эти встают. Ой, умирают снова. Нет, все, не встают больше. Снова дали фляжечку. Вот он. Некроша. Ух ты, как мы его. Как мы его заганкали. Так, а там, по-моему, кузнец, да? Там кузнец, да, если спрыгнем. Что, спрыгнем к нему или нет? Ну, не знаю, ты хочешь, тебе нужен кузнец? Да, в принципе, нет, там шмотки просто валяются снизу. Да ладно. Совсем снизу там, а по-другому можно пройти? Нет, они не совсем снизу. Они вот как раз перед тем, как к нему упасть, там шмоточек валяется. А что там, я не понял уже? Я вот тоже не помню. Хотел проверить. Да, давай так. Спрыгнем. Будем прыгать? Да. Ну ладно, это возвращаюсь к тебе. Просто очень легко умереть в этом месте. Угу. Осколок зеленого титанита, две штуки. Ну, в принципе, мне как раз нужно. Так, вот там прыгать-то, я уже не помню. Просто прямо на кобру подойди и просто прямо прыгать, без всяких. Кувырок или просто Просто шагнуть? Слезай, просто там, потому что близко, можно съехать мимо. А, вижу. А второй где, я уже не помню. А, вот вижу блисташку. Ага. И... Ага. Блин, надо было, наверное, подлечиться этим. Как его называют? Эстусом, что-то я тупанул. Так. А не помню, у колесиков у них есть некромант, нет? По-моему, нет. А? Хрен его знает. По-моему, не было. Ну что, мы за этим не пойдем, за так, тут... темной луны. Ай-яй, зачем? Ну, кольцом темной луны. Так, а где оно у нас? А, там должна быть разрушаемая стена в другой части, кажется. Так, тебе надо будет напомнить мне, где она, потому что я не помню. Так, сейчас я посмотрю, что там у него можно сделать-то. И разок фласку выпей. Это что-то у нас с тобой мало жизни. Бокомир у меня точно. Ты лечился, а я спрыгивал без лечения. Да. Да елки-палки. Ну, спасибо. Так, что у него купить-то можно? Да, у него ничего толком и нету. Так, надо. Ой. Ах ты, твои елки-палки! Я его случайно ударил! Что за хрень у меня с джойстиком? Он у меня периодически почему-то ударяет. А, все, он сагрился? Да, я случайно ударил. Я просто стоял, у меня персонаж начал атаковать. Там еще скелет за тебя, если что. Он ломает меня. Пипец, он пробивает щит. Ломай его! А я не могу его убить, он для меня призрачный. А, все. Блин, я хотел тебя убивать, чувак. Ну что теперь? Вот опять у меня такая хрень. Почему он это делает, я не понимаю. Сейчас так всех NPC могу переубивать. Королевский шлем. Ломосов молот. Блин. Ну ладно, мне в принципе оружие не нужно было, но я... на хаос. Я не понимаю, почему он периодически бьет. Для переиспользования предмета? Нет, я стою, как бы вот я стоял с ним разговаривал, и он просто рандомно, иногда я ничего не нажимаю, он просто делает удар. Может, я что-то с геймпадом? Да, кстати, у меня не работает кнопка RT. Блин, сейчас отключу, попробую. Отключу заново.
Так, здесь еще колесики. Вот она. Не понимаю, это в игре делают, у меня с геймпадом. Я не попал. Убили себя, что ли? Меня переехали колесики. Так, я, наверное... Фишка в том, что их магия ваншотчу, а тут, в общем, я не попал, это меня уехало. Так, я, короче, перезапущу игру, наверное, что-то у меня кнопка не работает одна. Заклинил. Сейчас проверю. Буквально на минуту пропаду я. Ух. Стрим я выключать не буду просто. Игру выключу. Так. Ну что, получилось? Я сейчас зайду в панель управления, проверю, джойстик вообще работает, как не работает. Но, в принципе, не должен сломаться, он у меня ему год всего или полтора. Блин, Microsoft. Если ты коробит, как называешь, геймпад джойстик? А, коробит, почему? Ну, это геймпад. Ну да. А джойстик это такой вот, как у самолета. Не, я знаю, у меня с детства просто. В детстве мы всегда от Dendy, от Sega называли джойстик джойстиком. Джойстиком мы его называли. Ладно, я тебя понял. Так. Нет, у меня кнопка работает. Тест показывает, что кнопка работает, значит, что-то в игре. Перезапускаем. Я уж испугался. Думаю, блин. Не хотелось бы мне. Нет, сейчас у меня денег на новый. Так, я сейчас перезахожу. Хорошо. Блин, мне придется. По новой, скорее всего, коннекс придется, да. Сейчас посмотрим, может, конечно, повезет. Мало ли. Знак я поставил. Так. А чё говоришь, с кольцом кошки часто призывают вообще? То, что да постоянно. Пофаниться что-то захотелось. Не сейчас, постоянно потом, позже. Призывают. Постоянно? Круто. Так, все работает. Всё, это что-то игра тупанула. Так, знак ты поставил где? Ну, как в прошлый раз. Ну, только я в этот раз нахожусь у этого. Как тебе сказать? Я-то там еще не был. Ёлки-палки. Что за хрень? Стоп. Че, опять без? Нет, у меня виджет, который показывает топ донатеров, заглючил. Ну, у него паузы нету, он просто без остановки прокручивает все имена. Так, сейчас. Где-то он у меня. Все, перезапустил, заработал. Че такой борзый? Кстати, опять игра заглючила. Опять? Почему-то, да, почему-то. Почему-то после того, как я сверну ее и разверну, у меня начинается хрень. Короче, надо перезапустить еще раз, но на этот раз не сворачивать, ничего не делать, просто запустить все. Пока со скелетами воюю. Apple, привет. RoboJet спрашивает, где платва. Она не смогла сегодня на стрим прийти, какие-то другие дела. Поэтому сегодня без нее. Ну да, у нее очень крутые дела. Я не знаю, честно, какие, поэтому это ваше дело.
А там с друзьями играет без меня Манчкин. Ужас. Очень важное дело. Почему тогда она решила на тебя обижаться, а не ты на нее? Я не понял. Ну там. Ну, свои какие-то в основном на шестерке, ладно. Так, все, сейчас запущу. Надеюсь, не будет никакой хрени. Сразу запущу на всякий случай программу для коннекта, чтобы не сворачиваться потом. Не буду экспериментировать. Блин, надо настроить в DSFX отключение заставки. Блин, меня бесит она. Эти лого разработчиков, которые никак не пропустить. Да ладно, нормально. Так, все, вроде все работает. Сейчас только программа. Я, пожалуй, включу ее и включать даже не буду. Таких скелетов так мало дает, все поставить. Ну что? Mm-hmm. Давай бы с них по сотни каждый раз, когда они встают. Mm-hmm. Да, это было бы круто. Все, нормально, все работает. Apple 2221, давно хотел прийти на твой стрим. И вот я тут. Ну а чё ж не приходил-то? Надо было. Добро пожаловать. Приходи теперь чаще. First Undead, будет ли Naked S? Почему-то S закрыл тремя черточками, я не понял. Так, я сейчас, короче, значит, к костру, да, возвращаюсь, я так понимаю? Ну да, косточка протонить. Сейчас. Некроманты мертвы, поэтому пройдем по-быстрому. Возвращаюсь. Ну, заодно и сходим за этим, за... First Undead, как 100 раз уже говорил, продолжение будет, но будет оно... в неопределенное время. То есть, так, ты где знак поставил? Ну как в прошлый раз, как в прошлый раз. Что-то не вижу я пока. Подожду немножко, может не сразу появится. В прошлый раз не сразу появился. Но я могу пока, в принципе, прокачаться. Есть чем? Нет, не могу. 3000 не хватает, блин. Стоит, в общем, прямо у костра. Угу. Блин, не хочу игру сворачивать, появляйся знак. Apple, поздно. А у тебя какое? У тебя не московское время, что ли? Потому что, ну, блин, 8 часов поздно. Блин, ни хрена не появляется собака. Неужели опять сворачивать придется, а? Блин. Энелпер. Вижу, вот, блин. Разворачиваешь программу, тогда появляется. Если программа свернута... Все, началось. Опять джойстик не работает, сука! При сворачивании у тебя геймпад отказывает? У меня после сворачивания у меня работает, но не работает клавиша RT, то есть которая усиленный удар. И она срабатывает периодически, непроизвольно просто. После этого. Ну, значит, не надо было сворачивать. Ну, так без сворачивания я не мог включить программу. Не, ну, имею в виду программу не сворачивать. Так, я попробую программу не выключая. Может, получится так сделать. Перезапустить игру. Какие-то странные особенности программы. Никогда такого не было. Первый раз такое вообще.
знаю почему. Я помню, где-то срезка была, но я не помню, где она. По-моему, вот это она. Ну ладно, не буду рассказывать. У меня есть хороший друг, который мейнит мага, вот он как раз офигенно знает эту локацию, он ее может со всеми секретками там минут за 5 пройти. Он тут наизусть как каждую нычку помнит. Ну а почему именно эту локацию, именно мага это... там? Ну, это его любимая локация. Ну, вот у меня любимый Bloodtown нижний, я его отлично помню весь. Угу. А у него вот это. Ну, а мага, ну, просто потому что я всегда играл танком. Он магом. Мы вместе всегда ходили. Так, все, игру пока не сворачиваю я. Программа включена. Сейчас сразу тебя призову и потом только открою. Она стоит. Так, у меня пока грузится. Так, вот появляешься вроде. Подождем твою маму. Подождем. Че это за песня такая? Да из 90-х не помню, кто пел. Моя мама варит кофе. Может быть, подождем? Мою маму. Подождем твою. Вы поняли. Да блин. Так, ты у меня подключен. Почему я не вижу твой знак? Знак там же стоит, да? Да, я его даже не убирал, он до сих пор стоит. Может, конечно, надо чуть-чуть подождать. Блин, выпустили бы ремастер первой части, а? Вот с нормальной оптимизацией, с нормальным интернетом, с коопом, со всеми доработками. Было бы вообще идеально. Нафиг тогда третья часть не нужна была бы вообще. Угу. Они вообще обещали ремастер, насколько я помню, чуть ли не демона сделать. Демонов, я думаю, уже вряд ли будет. Да мне и пофигу, если честно, на демонов. Ну не знаю, я бы хотел ремастер для PlayStation 4, я бы купил. Ну, у меня нет PlayStation 4, поэтому мне без разницы. Блин, переставь попробуй знака, но не вижу. А вот начали появляться кровавые пятна. По крайней мере. Переставить? Да, переставь попробуй. Переставил. Потому что фантомов я уже вижу всяких... кровавые пятна, а то знака не вижу. И ты причем есть у меня в списке нодов, то есть ты подключен ко мне коопом. Почему этот твой знак только не видно? Переставил, стоит там чуть рядышком. Удивительно, что для рога лунной бабочки нужно 12 силы. То есть это оружие, бьющее чистой магией, но при этом тяжелое. Типа тяжелое, да? Каким образом? Если оно даже физом не бьет, то есть оно не совсем материально. Так, призываю. Ура! 5 сил до 11 уже выкачал, осталось последнее. Мне кажется, демон титанита хватило, чтобы его до конца прокачать этот рок. Так что еще один силы, я смотрю, пробуем бегать. О, там что-то в чате какой-то кипиш происходит, я его даже не видел. Ладно, это ваши дела. А что там происходит? Да что-то не знаю, что-то... Я с центрального, привет. Дафт енот, я не знаю, о чем то это, видимо, не мне было. Яна АМЗ, ЧМЗ, что это? Видимо, какие-то земляки себя нашли друг друга. Apple
пишет, шутишь, они и так в Steam свои сервера скинули, а ты ремастер просишь, многого хочешь. Я-то как раз не хочу нормально, они запустили Steam сервера и сломали полностью кооп, что людям пришлось допиливать. Людям приходилось оптимизацию допиливать программами, все допиливать пришлось. Сделали бы нормальный ремастер, был бы вообще нормально. Поэтому ни хрена немного мы просим. Сейчас опыт у них уже есть. Да, мне кажется, что намного лучше было бы, если бы игра осталась на Windows Live. Да, даже да, на самом деле. Я когда был на Windows Live, у меня были, конечно, такие ворчливые мысли, типа, да ну, типа, муторно. А на самом деле настрой было муторно, да. Но когда настроишь, все работает идеально. Вот, когда я настраивал. Да, там именно ты первый раз коннектился долго. Но потом она работала вообще стабильно. Вот. И когда я настраивал все, у меня была мысль, блин, реально тупо сделали бы сервера Steam. А когда я все настроил, я же забыл про это и как-то было уже пофигу честно. Так. Продолжаем. Беж? Я хочу скорее сет. Клирика четкий. Underfrost, звук подлагивает. Не знаю, народ. Отписывайтесь, давайте. Как там со звуком? Так, мы что, опять туда идем, к этому кузнецу? Что ли? Ну мы сейчас не так пойдем немножко. Этот кусок я помню примерно. Отсюда, чем мне отсюда, отсюда? Там просто сейчас дверь открылась где-то. Вот тут вот она открылась. Lucky Gamer, это вопрос мне, чем не угодила вторая часть? Если мне, то, ну блин, это вопрос такой. Ну и вот, вот где-то вот сюда, по-моему. Да, по-моему, сюда. Так, тут где-то этот, блин, то ли призрачная стена, то ли чё. Я тут постоянно слышу этот. Ящерку кристальную, не могу понять, где она. Стена, она вот. Так, стоп, а ты где? Подожди, ты где? Ты куда исчез? Я покажу. Вот он я. А, да. Ящерку я не вижу, если честно. Тут. Так, это... А, тут костер. Блин. А чё я не могу его зажечь? Потому что я в твоем мире. Так, зажечь же вроде можно было. Отдыхать нет. Нельзя. Нет, блин, обидно. Ну ладно. Уходишь, я могу бэкнуться, ты сядешь. А да, потом принципе... мне пройдем. Костер-то такой не особо полезный. Хотя. Так, насколько я помню, тут должен быть патч, с которого эту херню поворачивает. Разве? Да, этот мост поворачивает патч. По-моему. Нет? Я не помню такого. Но я не эксперт, как бы. Поэтому подожди, а почему его здесь нету? По идее, ты можешь даже патчес поворачивать. Так, этих снова ты убиваешь. Здесь некроманджер. А, блин. Так, странно. А, наверное, надо локацию обновить, он появился. Может быть. Так, по-моему, это живет, я его убивал. Вот, вот здесь кольцо темного луны. Так, добьешь его? Угу. Вот, кольцо темной луны, вот в этом проходе. Так. Там будут гигантские скелеты будут. Аккуратно выше. И честно не знаю, как тебе помочь, что некромант он тоже есть в этой локации. Я, конечно, могу их бить, но они будут оживать. Ну, бей их хоть, потому что их много. И хотя бы они будут не такой толпой на меня нападать.
Блин, ты их убил. Ты их убил почти сразу друг за другом. Ну ладно, все, я одного завалил. Нормально. Так, сейчас большие пойдут, выманивай их. Ой! Меня лучник обстреливает. А где он? Так, все, я. Там наверху есть. Вот, он вот тут. Ты убьешь? А, нет, ты не убьешь. Да я его могу свалить, конечно. Да я полез за тобой. Пропустишь меня, убью его. Да, убил. Так. Ну все, дальше, в общем, будут большие. Я могу, конечно, их вырубать. Ай-яй-яй. Ну, лечись тебя. Да нет, пока не буду, так. Не сильно под. Все, я готов стрелять, но я их не буду убивать. Lucky Gamer, причина есть хотя бы одна. Причина есть, и я их озвучу чуть позже. Как быстро они ложатся. Угу, забрал. Так, и вот тут некромант живет. Где-то вот тут он должен быть. Apple, я бы не сказал, что вторая часть легкая, и... ну... я, если честно, даже когда пробовал ее вначале, она как-то была мне непривычна после первой. И так, ну, немножечко подорвала мне, так скажем, пятую. Вот точку. Вот он. Ау! Все, убили. У меня, блин, жизнь нет вообще. Какие-то лаги. Вот тебе жизнь чуть-чуть. Так. Я выживу, интересно. Да тут невысоко. Так, ну все, теперь можно и к боссу идти. Так. Блин, шипы. Тебя коцают, я смотрю. Сзади черепа. Ой-ой-ой. Нормально. Так, вон еще череп. Их даже таргет не ставят, кстати, они считаются врагами. Да. Да они, блин, на самом-то деле не особо опасны. Не, ну если они взрываются, они много урона наносят. Да, но пока не взорвутся, они столько шуму наделают. Так, титанита этого демона завалим? Конечно, что там делать? Тут все там гоняет под окнами. Так. Че, я его выделить не могу? Ай! Ай-яй-яй. Ой, в меня попал. Он целился в тебя, попал в меня. Нет! Не убьешь. Вот ты его убил, да. Отлично. Кашку охраняет. А там этот. Для ковенанта. И вот этот гробик позволяет топить в ковенант, насколько я помню. Да. Он позволяет получить самый имбовый меч в этой игре. Ну, как мне кажется. Один из самых. Ты иди дальше, я выскользнусь пока. Ну ладно, окей. Давай. Так, у меня начинает заканчиваться потихоньку квест. И это печально. Так. Робот Джет, как племя наше называется? Что ты имеешь в виду? Не совсем понимаю тебя. Эй, мужики, тихо! Тебя там убивают? Черный тебя рыцарь убили, меня... да? Черный рыцарь там внизу. Ай. А, ты провалился, что ли? Совсем вниз? Да. Я отступил от скелета и упал. Ой, нет. Копье потратил случайно. Включиться хотел. Блин, мне сейчас умирать не хотелось, у меня 20 тысяч душ. И... ой! Ты не вошёл. Фу, ты чуть не упал, блин, тоже. Так, что, попытаться убить рыцаря или тебя все-таки позвать сходить? Так, давай я тебя позову. Я, короче, сейчас вернусь. Так ты же ожил. А, или ты пешком? Нет, я не пешком. Ну хрен с ним, зарубим еще раз. Душ поднимем. Я хоть подкачаюсь немножко.
Так, ну в общем осталось только, да, осталось только теперь там черный рыцарь убить. Некромантов там почти всех завалили. Да, еще, кстати, можно здесь Лероя призвать, но там как-то хитрожопо надо идти к нему. Так, сейчас веру, наверное, прокачаю. Ты знал, нет? На Пуэлла можно Лероя призвать. Да, там его, если убьешь, то, по-моему, он появляется, я даже призывал. Не-не-не-не, его не обязательно убивать. Там стоит его знак просто на карнизе. Ну, там я точно не вспомню, босса, да, но я вызывал но там его. Там надо очень хитрожопо идти туда. Я не помню дорогу. Там как-то через верха надо идти. Я причем, по-моему, вот... вызвал его случайно. Я случайно его реально нашел и вызвал. Там с какого-то с места можно падать вниз. И вот если падать по этим, по карнизам, как ты сказал, то, собственно, там его знак попадается. Я как-то случайно в это место попал, по-моему. То ли я промахнулся. Оно находится прямо над этими, над колечками. Да, 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 над этим местом. Я, честно, даже кто не помню. Фаргонат, наверное, помнит, но его с нами в игре нет. Да, в принципе, он нам не нужен, зачем? Ну, как это, человек, который хорошо помнит карту? Нет, я имею в виду, призывать не нужно. Призывать для этого не нужно. Ну, это понятно, но это понятно просто. И спортивного интереса. А еще он помнит, я помню, что он как-то отсюда всегда спрыгивал вниз. Да, кстати, а ты не знал, что отсюда можно спрыгнуть? Вот. Но отсюда можно вот на этот мост спрыгнуть, а можно вообще прям чуть ли не до босса отсюда спуститься. А, прям до босса нет. Я помню, что можно вот спуститься до этого. Нет, не на мост, там как-то вот отсюда, короче. Вот отсюда вот можно упасть, вот там, туда, где мы были туда. Только что с тобой. Да. Вот, короче, да-да, вот отсюда, вот если кувыркнуться в ту сторону, то, ну что, можно, в принципе, прыгнуть туда? Если давай. Хочешь. Сейчас я только подлечусь. Это полное, у меня немножко этот, не хватает здоровья. Так, тут только надо аккуратненько. Ну, да, показывай как, я вот не помню. Вот так вот, вот сюда. Понял? Блин, череп взорвался. Понял куда? Да, вот. Сейчас я подлечу. Угу. Да, вот, и вот здесь где-то, наверное, мы и закончили. Собственно, здесь мы остановились. Вот. Я за мечом бегал так быстро, тут как бы уже этот... такой спидран шорткат до меча Анита. Оттуда спрыгиваешь сюда, спускаешься, оббегаешь демона, спускаешься в гробики и получаешь меч. Так, ребята. Эй. А таким образом можно практически на старте получить этот меч. Я раньше так и делал, собственно. Читерил немножко. Потом сразу прокачивался под этот меч и все. Так, что, пошли мочить этого? Эй, а что нажил-то? Ух ты! Ай! Тебя убили, да? Потеря крови. Зашибись. Так, ну блин. Ладно, у меня, в принципе, сейчас терять почти нечего. Да это капец, я взял, ожил. Прям меня запер под... Опять ожил, что ли? Ёлки-палки. Они оживают! Какого хрена? Так, все, надеюсь я. И твое оружие их не упокаивает? Все, вроде бы упокоились. Странно. Так, а где там черный рыцарь-то? Я не смогу так в прыжке на него сделаться. Похоже, не смогу, блин, не вижу, где он. Блин, тут когда падаешь, много урона получаешь, а потом еще черный рыцарь. Угу. Вообще идиотски. Он еще из прыжка, блин. О, я его сразу за бэкстейбл. Неплохо. Ай-яй-яй. Плохая идея. Два раза за бэкстейбл. Я попытался его этот... С чудом завалить. Что, я его убил? Вот. Это чистое везение.
Так, а мне... я могу попробовать тебе пропрыгать, только у меня, по-моему, все живы тут. Да, тебе надо еще этих убивать. Некромантов. В принципе, я могу, наверное, до Черного Рыцаря, до Демона, точнее, дойти. Ну до да, демона. Ты можешь допрыгать, в принципе. Там же, вот как сейчас мы сделали, собственно, точно так же сделать. Блин, тут колесики прям подо мной сейчас. Аж три штуки. Ну, пусть катаются. Так, я их могу... Аккуратно спрыгну тогда. Да. Я их молниями. Куда-то вот сюда, по-моему. Ой. Да, я спустился в тебя. Так, Черного Рыцаря оббежишь? Нет, я, в общем... ты совсем пропрыгал? Я уже с этими, с колесиками. Блин, я еще хотел с этим, с демоном повоевать. Ну, если сможешь сам его завалить. Ну, сейчас попробуем. Так, а я к тебе отсюда, по-моему, уже не смогу подняться, да? О, я некроманта нашел у себя. Убил. Отлично. Так, я сейчас попробую, конечно, к тому месту подобраться. Тут вроде как-то можно залезть туда. Так, вроде бы я... Да. Я тебе могу знак оставить, если хочешь. Так, я убил демона. А, ты убил его? Да, он лег. Тогда оставляй знак прямо здесь. Так, сейчас. Крестяшку соберу. Я к тебе уже подошел. Так, а где ты... Конкретно? Давай у гроба, где гроб Нита. Гроб Нита? Нет, не настолько. Ну, я залез. Ну. Я имел в виду, где Черный Рыцарь. А, Черный Рыцарь? Ты же его убил. Или ты не... ты демона убил, не Черного Рыцаря. Я думал, я демона убил, да. Так, я давай сейчас опять к тебе туда. Я знаешь, что могу сделать? Я могу тебе Черного Рыцаря помочь завалить. У тебя. Так. А что мне делать с скелетами-то? Они же не дохнут, гады. Ух ты, какого хрена вы все встали? У меня все скелеты встали. Почему-то. Так, что тебе с Черным Рыцарем помочь? Ну, давай, ну блин, у меня скелеты же оживают. Так, я тебе, знаешь, я могу тебе знак поставить, вот где пол проваливается. Ямы. Да, давай. Вот, я тебе здесь могу поставить. А где? На какой из? В смысле, на какой из? Там же их несколько проваливающихся полов. Там здесь два пола, здесь как бы гроб, и с двух сторон пол проваливающийся к этому, к Черному Рыцарю. Помнишь? Помню. А где ты поставишь? Вот же лестница, блин, я могу к тебе подняться, что я туплю. Я к тебе подниму сейчас. Ты где вообще находишься? Я тут сражаюсь с оживающими скелетами. Где именно? Ну вот, там где первый спуск. После первой лестницы спускаешься, да? Да, так, все, я обоих скинул вниз. Черного Рыцаря. Так, все, тогда я тебе здесь знак ставлю, прямо возле лестницы. Давай. Так, знак стоит. Золотистый. Так. А где здесь подъем-то сюда? Вот сюда. Вот, точно. Я и забыл про эту лестницу. Лаки геймер, пинвилл, он в принципе простой на любом этапе практически. Так, что ты видишь, нет? Знак. Пока нет. Вот лестница, прям рядом с лестницей, золотой знак. Которая первая, да, вот которая демона? Да, вниз. Да, да. Внизу, да?
Да, внизу. Пока не вижу. Тут еще сообщение рядом. Падение, да? Хрен знает, сейчас спущусь, я поднялся. Не помню. Сообщение падения. Кратчайший вижу, путь впереди, у меня тут сообщение. Угу. Я пока не вижу. Знака. Так, здесь никого. И здесь никого. Так, ты у меня подключен, значит, должен знак видеть, в принципе. О, здесь некромант. Я некромант там нашел. Так, возвращаюсь я туда наверх. Блин, а. Что? Меня глюкнул опять. Блин, ладно, подожду. В принципе, NPC-шек не ожидается впереди. Да глюкнула опять эта кнопка. А, не знаю, в общем, я не вижу здесь лестницы. Ну, блин, хочешь, тебе поставлю? Поставь ты давай. В общем, да, у лестницы поставлю, где-то первый, когда ты скажешь. Ага. Там, где группы два пола проваливают. Да, круто они, конечно, починили коннект с Тимом. Да. Так, все. Призываю. Вот, а я тебя не видел. Ай, случайно потратил флешку. Нажал. Не то. Лаки геймер, у меня пока цель сет клирика подобрать. И оружие для клирика нормальное. Поэтому пока мы с этой целью здесь, а дальше посмотрим. А ты некромант мертвый, да? Что, погнали? Я, да, я всех убил здесь. Там только эти остались. О. Так, а эти тоже все мертвые, да? А, нет, ну да, там дальше есть, которые остались, вон, гуляют. А, я помню, я один из них раз убивал. Пошел выстрел, не попал. Пошел еще раз. Попал. И этому попал. Отлично. В общем, знак Лероя, он вон там вот наверху. Да, туда надо прыгать с другого места, там как-то сверху надо, короче. Угу, да. Там несколько блестяшек и знак его. Но он неправильный Лерой, не кричит свое имя. Погнали. Он же должен это. Окей, let's do this, Lero. Так, все, пошли на этого. У тебя здоровье нормально? Прыгнешь? Смотри, а меня сейчас не будет, я твоя галлюцинация. Чего не будет? Ну, в общем, у нас был забавный момент, я помню, мы с друзьями сейчас сражались, что на заставках призванного фантома нету. А. Ты становишься буквально у этого стола, вот буквально в этом месте, где стол. Хозяин мира прыгает, а тебя рядом со столом нету. Галлюцинации. Ну да. Ты только в моей голове. Ай, Зэк, сделай нас едиными. Так, это копия. Какого хрена он сразу размножился? Вот настоящий. Так, куда он идет? О, ты его уже убил почти. Я хотел у него пульнуть разок. Вот он. Молнией. Моя молния ушла мимо. Ты его затыкал. Да, дверстки затыкал рапирой. Ряд возжигания. Отлично. Так, теперь надо к этому. Теперь надо к патчису.
теперь. О, маска отца. Отлично, с первого раза. Так, где знак поставишь теперь? Теперь ты мне должен поставить. А, тебе же надо, да, мне же надо тебе убить. Ой, откуда здесь скелеты? Слушай, что это уложили? А тут обратно же не этот. Че, давай я тогда косточку и к тебе. Ну давай, сейчас я тоже косточку даю, за меня все скелеты уложили. Стоп, блин, а здесь... Сейчас я подожди, я хотя бы до этого добегу. Костер здесь активирую хотя бы. Давай. А хотя подожди, если я его активирую, я все равно потом не смогу телепортироваться к нему. Ладно, я уж тогда дойду до этого. В смысле, у тебя же этот есть. Она же не на все эти действует. Ну ты можешь потом от храма быстро добежать. От какого храма? Огня? Нет, я сейчас поставлю знак возле того костра, где ты мне ставил. Мы с тобой завалим Пинвилла. Но потом не я придется... там говорю, ты говорю, ты можешь зажечь этот костер. Какой костер? Который там, в глубинах. Ну. А потом просто протануться в храм огня. А какой смысл в храм огня протоваться? Ну, фишка в том, что. А, ты можешь просто зажечь, ты можешь не садиться с него точно. Во. Да, ты можешь просто же зажечь, можешь не садиться. И у тебя косточка сработает на этот костер, где я тебя буду ждать. Да нет, это не проблема. Я просто к тому, что я потом сюда вернуться не смогу. Мне нет смысла сейчас его зажигать. Он все равно бежать придется ногами. Да, косточка. Скажи, этот костер, он зажигается, который... по-моему, он есть. Он называется... Как там, Грот Великанов, что такое. Разве? Да, он есть. Ну тот, ладно, тогда зажгу. Спрыгиваешь по куче надгробий, которые вниз. И рядом с патчесом, вот, который костер, он официально в чаше указан. Вашу! Упал? Упал. Фонарика-то у меня нету. Я что-то пошел по этим камушкам. И свалился. Ну ладно, все теперь, значит. Вот и решилась проблема. Ставлю знак. Да. А я теперь с новым оружием. Так, знак стоит. Так, а мне интересно, мне... О, мне кольца хавала хватит на оба оружия. Круто. Знак стоит. Будет проще. Этим копьем. Какой он дальнобойный, офигеть. Я уже и забыл. Я понял, как у меня теперь работает кнопка. Я нажимаю меню, нажимаю выйти из меню, и у меня включается сильная атака почему-то. Mm-hmm. Очень странно, я не знаю почему. Теперь, по крайней мере, я знаю, как ее юзать. Так, ты меня призываешь, да? Угу. Все, мне хватило силы, чтобы взять копье. Круто. Ты теперь еще более пафосно. Смотри. О. Так. Ну что, я хочу... А, у меня теперь еще и кнопка жестов не работает. Я теперь не могу и пославить солнце даже. Ну ладно. Ты что, убил тут всех некромантов у себя? Ну одного убил. А, ну это да, этот понятно. Этот ты еще там. Илья Новик, что не предупредил? Ну вот так вот, привет. У нас сегодня утром был внезапный стрим и сейчас. Стрим вчера должен был быть. На Твиче какие-то проблемы были. И поэтому я стрим отменил. А сегодня, ну, так получилось, что сегодня мы... Я думал, мы весь вечер будем готовить, начнем готовиться к переезду, вещи собирать. В итоге, то, что я спланировал на сегодня, мы сделали довольно рано. И дела, в принципе, сегодня все закончились. Думаю, ну, что бы не провести стрим. Поэтому я сам
не знал о том, что он сегодня будет, поэтому не предупредил. Ой. Ты там не умирай. Так, мне надо кольцо забрать будет. Кузнец-то мне как раз не особо нужен. А вот кольцо я бы хотел. Так, там что? А. Так, а у тебя копье со святым бьет, да? Уроном? Нет, магией. Магией. Просто здесь некроманты нету. Это чистый магический урон. Примерно как лунный меч. Угу. Блин. Не умер, что ли? Так, а все, здесь уже будут оживающие. Тут меня вперед пускай тогда. Да. Вперед? Копьем как будто указал мне, куда надо идти. А-а-а! Не умер, прикинь. Ну я тебя захилил. А, поэтому. Так, ну я сейчас сам еще могу подключиться немножко. Какого хрена он встал? А, он умер, потому что от взрыва. Так, ты что там этот? Умираешь? Ну я там еще одного скинул в пропасть. А. Собирай пока блестяшки. Перстендета, ну, в прямом смысле переезду. Я переезжаю из места, где я сейчас живу, в другое место. Вот, собственно, я об этом писал в группе ВКонтакте. А, вот, некромант там впереди. Ой! Ты. Попал в меня, серьезно? Еще и в меня попал. Дважды попал. Ой-ой-ой, скинули меня. Так, если ты не умрешь, я сейчас до тебя добегу. Ты живой? А, нет, он меня убил. Ну, значит. Он с такой скоростью ими швыряет просто. Спамит. Угу. Я даже кастовать заклинание не успевал, в такой скорости входы не ставит. Так, знак стоит. Да, снова для человечества. Ну, вообще, мастер спама. Жду. Стоит знак. Вижу. По-хорошему надо как-то просто под щитом проходить. У меня, правда, щит не тот, чтобы от него защищать. А, мне слабой атаки не хватает, чтобы их убивать. Уже немножко интеллекта. Вот интеллекта, да, скейлиц? Да. А сколько у него? Какая буква? У него Б. О, нормально. А чё не А? А нет, есть F. F это лунки. А. Это лунки как раз F от интеллекта. Нет, не то, блин! Ничего себе ты достаешь до него. Его в полете остановил. Не, да, это очень хитрое копье, оно в PvP очень крутое, кстати. Как этот? Значит, это длинные атаки, она просто. Как спидная чесалка. У него урон, кстати, не хилая.
А, ну и бэкстеп, да, он выдает тоже неплохо. Ну, у него сколько? 100% или 110? Крит. А, крит 100. У него просто... Вот сейчас у меня... Урон, где его? Вот, 312 урон. Ну, нормально. У меня 329. У тебя это физ, а у меня магия. Нет, у меня физ и магия. 50 на 50. Mm-hmm. У меня чистый. Да я не физическая атака. Ну, кстати, физическая она лучше. А магия, она сильнее поглощается. У всех. Ну, не скажи. Ну вот, ну, чисто физическим уроном... Пробивает. Когда у тебя 329 чисто физического урона, ты наносишь больше, чем если у тебя болит. Ёлки-палки, вы чё блочите-то как, я рашу к нему. Давай. Одного я столкнул, а второй упал сам. Норм. Через фонарь, отлично. Блин, везёт, у меня нету. Мне не выпал. Ну давай, вперед. Мой воин. Чё ты не пропускаешь-то? Воин света. Воины света. Воины добра. Очищают лето, бьются до утра. Да. Там раз два раза воины поется, я еще пытался вспомнить, какое там слово. Да, там два раза. А, я думал, воины света и кто-то, блин. Поборники, ну, поборники добра или что-то такое. Нет, там дальше воины добра. А, ай-яй-яй. Больно бьете. А кто их хозяин-то? Где-то есть некромант. Он где-то там внизу. Так, ну чё, пойдем. А, дверь закрыта. А, Kirsten Dead просит про переезд повторить. У него там не услышал. Да я... Почему стрим внезапный был? Я вообще не планировал с ним стрим проводить. И ближайшую неделю я... Ой, блядь! Сорвался. Погиб? Да. А, скелет за тобой полетел спасать. И, кстати, он воскрес. Внизу. Блин. А! Если ты живой, я сейчас до тебя дойду. Не, меня некромант кинул. Так, значит, ты тоже умер, да? Прикинь, он меня откинул где-то, наверное, на метр на два назад. Нормально так. Ну что, джедай? Да, он полетел. Джедайскими силами. Kirsten Dead, я как говорю, я не собирался стрим проводить и ближайшую неделю. Я писал об этом в группе ВКонтакте, потому что я переездом буду занят. Просто сегодня я, ну, как бы успел дела сделать раньше намного, чем планировал. Поэтому решил запустить стрим все-таки. Так, сейчас я знак поставлю. Он пуляет, конечно, Дима. Дичаешь. Так, пойду пока первым секретом разберусь. Давай. Некроманта у них уже нет. Моя копье для них проходит идеально. Так, что-то я смотрю, уже убежал прям. Ну да. Всех рогом лунной бабушки. Убиваю. Ай, ты тут! Ты как умудрил? Я куркнулся в ту сторону. Антон бил, мог побежден. Сейчас я добегу до тебя. Ну, главный босс игры тебя покарал. Да. Да и не только этой игры, всех игр. Не, всех, ну, Dark Souls... Да, Dark Souls — самый главный босс серии. Самый сложный. Так, сейчас бегу. Так, вот где я сорвался, там же знак ставлю. А, ты прям там? Хорошо, бегут. А, это стоп, мне... А, нет, стоп поставил, все нормально.
Нет. Блять. Убили. Ты скелета убили? Да, я решил поставить знак, а потом разобраться со скелетами. И, короче, плохая идея. Так, давай у костра. Не мудри. Побежал к тебе. Народу очень интересно смотреть на стримы, на твои смерти. Ну да, самое главное. А ради чего еще приходить на мои стримы? Только смотреть на то, как я умираю. Майя говорит, фу, квал. Кто говорит? А, говорить? Ну да, да. Самоутверждаться за счет меня, смотреть и понимать, что ну ты еще не так плохо играешь. Так, ты что, убежал? Вызвал и убежал? Да. Покинул меня. Ты уже на той стороне. Сквозь стену убиваю лучников. Не знаешь, от чего игра лагает? От того, что я очень ярко золотым цветом свечусь. И от этого у меня игра подлагивает. Да? Да. Ну, местами. Когда света много в кадре, и еще плюс я золотой такой свечусь, начинает подлагивать. Ты их ваншотишь, что ли? Да, я их ваншочу. А я что-то вообще не ваншочу, хотя у меня вроде бы урон больше должен быть. Так у меня чистая магия же. Ну, неужели у них к магии такой? Я говорю, я как-то замерял, урон чисто физический всегда выше, чем физический перемешку с магическим. Не, это зависит от индивидуальных резистов каждого моба. У скелетов такая сильная... Уязвимость к магии разве? Да. Физическая у них как раз хорошая защита, тем более от меча. Ты не забываешь, что их мечом рубишь? Ну да, да. А не булавой. Так, вот этих ты должен убивать. Мне карман делает. Что за херня? Почему таргет не туда таргетит? Ну, да. Вот тут как раз Миядзаки очень хорошо продумал эти скелеты. Как раз мечом рубит очень так себе. А рапиры еще хуже. Да. Я вроде бью копьем, но из-за того, что это чистый магический урон, он бьет так сильно. Блин, так, стоп, я зашел в этот место, где туда, ловушка. Зачем? Блин, вот урона мало наносят эти иголки из статуи, но они стегерят, блин. Ну давай. Прерывают. Идем к некроманту. Так, ты меня. Первый, потому что там скелет. Так, может мне этот выражит магическим. Бил. Так, еще один. Бил. Так, а где там некроман-то? Вот он, кидается. Все, я убил его. Ой! Да серьезно, да я по попал. Как а так-то? Как я? У меня был в таргете, я махнул копьем и не попал. Бывает. Каким образом? Бывает. Каким образом я бы не попал по нему копьем? Я не понимаю. Че? Это называется шикарные хитбоксы, понимаешь? Ты, видимо, просто на миллиметр. Ты между ребрами, видимо, просто его пульнул. Ага. Вот. Рада, что он был в таргете, я махнул копьем. Так, оп, мимо. Что, давай, призывай, знак стоит. Хорошо. Что-то в том мире, в этом месте проблем не было. Ну, это значит, ты магом не играл. В смысле? Проблем тебе в этом месте не было, потому что ты магом не играл. Нет, в твоем мире. А, в моем мире? Да. Ну, потому что это был мой мир. Так, жду. Знак стоит. Знак? Вот, вижу. Тогда я уже нормально с этого возьму. В этих тряпках бегать надоело. Так, что-то я забыл, я случайно интерфейс отключил игра. Так, ты меня призываешь или нет? Что-то у меня не появляется ничего. Я случайно отключил интерфейс игры, как включается? В меню.
Меню же у тебя видно? Нет, я какую-то кнопку нажал на клавиатуре. О, я не помню, какую. Я тоже как-то случайно нажимал. Ну, потом не, я... у меня меню не видно. Ну, сейчас щелка все подряд. А вот, это контрол, правый контрол. Да, кстати, я у себя тоже проверил то же самое. А зачем так сделано? Тут даже меню... Ну, я понимаю еще, там жизнь, там души и так далее, но меню... Не знаю, заморачиваться не стали. Отключается все. Да. Я вот так вот сделал буквально в упор. Угу. Не попал. Ну копье бывает, кстати, такое у них. У них такая хрень бывает часто, когда впритык. Вот если ближе, очень близко находишься, то можно этот тупануть. Тупит оно иногда. Если прям совсем впритык стоишь. Так. Нет, чем мне нравится это копье, тем что оно бьет сквозь стены. Сквозь стены? Читерская. Ну, очень длинная. Вот, наверное, голосишек именно длинная. Уолтер, Control, да, мы уже поняли, спасибо. С опозданием мы увидели твою помощь, но... Тем не менее, спасибо. Так. Ломай их полностью. Отлично. Так. Так, скоро до моего Бостейна дойдем. Должны. Так, Некроман жив, по-моему, остался, да? Нет? Нет, я его убил. А, ты его убил, да? Да. А, то есть я могу их тоже убить? Можешь, да. Ломай их. Слушай, с ней так хорошо падает человечность-то. Со скелета? Да. Ну я бы не сказал, мы полностью всю пробежали, у меня две только выпало. Ну не знаю, вот у меня, сейчас я поднимаю Bloodstain, уже 4. Ух, нифига себе, это тебе фартануло. Так, я эту штуку не двигал, сейчас двигаю. Так, все, к этому не пойдем, кузнецу нафиг он нужен. Так. Curse Undead в КС пошел, ну окей, давай. Счастливо тебе. Так, ты куда? Я наверх. Да, наверх. Ну да, я не хочу кузнеца. Мне абсолютно не нужен. Так, полечу нас. Так, идем. Ай-яй-яй. Ты не туда побежал? Чуть-чуть был, не упал. Нормально. Удержался. Прямо побежал. Опа. Че? Ну, только что Патчес повернул мост. Ну да, мост повернулся, кстати. Звук был. Это Патчес. А-а-а. Ай-яй-яй. Он где-то вот тут должен быть. Его должно быть даже видно, по-моему. Не, я его что-то не вижу. Ну, в общем, вот тут стоит. Я отсюда и даже этого не вижу, переключателя. Ну, говорю, ну где-то там, в общем. Так. А, вот он. Он здесь стоит. Почему у меня его не было? Не знаю. Не, я не клирик. Так. Мост он повернут или не, или нет? Он нет, нормальный, он нормальный. Мы можем, мы типа не. Но он повернет сейчас. Может мне его убить? А, я не могу его убить. Ну, сейчас его повернет. Я так не помню, насколько надо зайти на мост, чтобы он начал его поворачивать. Нет? Нет. Может лучше я пойду? А на тебя он не отреагирует. А, окей. Вот, все, ворот пошел. Он сейчас такой, ой-ой, прости. Я случайно.
Это просто... Я чихнул просто, знаешь, из-за он... Давай, разбирай его. Ну, человечный сдал. Так, все, ладно. Двинься. Все. Было бы весело, если бы он еще раз это сделал. По-моему, второй раз он этого не делает. Ну, не делает, я говорю, было бы весело, если бы он это сделал. Да. Ничего не вижу. Так, здесь снова сейчас оживающие скелеты. Нормально. Да. Вторжение, то опять биг тести бой. Он... Наперед нас? Он преследует просто. А я не понял, что он жил-то. Так, ну бы ты с тобой, давай посражаем, что они против. Да. Так, только здесь места нет, чтобы сражаться. Вот именно. Но мы вдвоем его все равно закусаем. Не, ну вдвоем нечестно. Так, давай его один, сейчас я. Окей. Так. Я возьму в руки молнию и буду контролировать, чтобы, если что, он не зазнавался. Так, не хочется вот это. Бежать. Нет, не выйдет. Это вернуть место. Так, где это? Где мне он на посох магический? А чё, где он? Я не знаю, где-то он ходит. Как-то стебовый. Вот он. Ну, здравствуй, друг. Так, ну отойди, я с ним сражусь. Не мешай, уйди по лестнице. Готов? Ну, поехали. Давайте. Танцуйте. А, еще этот. Блин, не могу никак ракурс выбрать, чтобы смотреть за вами. О, а, там скелет! Скелет. Стоп, я скелета завалю. Завалил. Уходя. Ну, а. Давайте. Вот, ты его сразу бэкстебом. Опять скелет, да ёлки-палки. Я забэкстепил его. А ты убил его? Его... Да, всё. Ну он лёгкий, чё, у меня знаешь какой опыт ПВП? Представляю. 3900, нормально. Какого хрена они может оживают, я не понимаю. Пошли некроманта убьем. Пошли. Задрал уже. Вон они там. Мне прям в бошку прилетело. Ровно в голову. Так, ну вон он там внизу. В общем, я их вырубаю потихонечку. Сейчас. Тебе полегче было. Я этого хочу убить. Лучника. А ты его завалил, что ли? Ну, этот, блин, я... наверху ты живой. Сейчас я его убью. Стой. А, я его... Плохо уронил. Так, приходи сюда ко мне. Сейчас поживают. О, наверху опять я живу. Я хожил, я же его убил. Не, вот это тоже. Блин. Так, а я если его чудом завалю... Так, ну через верх как раз. Не, чудом ты... Он оживёт. Он встанет? Я проверял, по-моему, не вставали они у меня после чуда. А, чудом нет? Ну, сейчас проверим. Встает?
Так, снизу этот стал. Это криво работает? Да, нет, не встает вроде, хрен пойми. Ну ладно, так, все, давай. В общем, я помогаю, иди вперед. Где? А где он? Пол упал, а где скелет? Видимо, передумал он. Окей. Да, что-то его, похоже, заглючило. Окей, мы не настаиваем, я думаю. Так, у тебя будет скелет. Возьмешь скелета, да? Да, только ты меня пропусти сначала. Так, а я убью некроман. Все. Да. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Взрывающиеся головы. Так, я не помню, эти скелеты, они... Этого же некроманта, нет? Не знаю. Ну, я могу их завалить, если что. Так, встал один. Значит, они тяжелые, чужие. Ну все, они должны встать, я по-моему, завалил обоих, да. Так, ну все, дальше мы здесь по тряпке можем прыгать. Значит, здесь мы все. Так, ты где сейчас? Так, вижу, я вижу, у демона. Вижу. Демона. Так, демон мертвый у меня. Так, пойдем. На черном рыцаре? Да, это сюда, по-моему, да? Нет, не сюда. Не-не, вот здесь. Ты дальше, да? Здесь. Ну, вот. Убивай скелет, если я ничего делать не могу. А, кстати, ты в отличие от меня можешь отвечать по чисто, что ты клирик. Уже ты клирик. Да. Я все жду этого момента, я просто клириком никогда не играл. И до него не доходил, мне интересно. Так, ты внизу уже, да? Да, я внизу. Я пытаюсь выловить в таргет некроманта. Блин, а ловятся скелеты. Стоп, подожди, у тебя не мертвый, что черный рыцарь? Нет, черный рыцарь живой, я внизу у некроманта. А он, короче, упал как-то криво, и он, он внизу. Он упал совсем что? Вниз. Давай в некромант. Черный рыцарь внизу. Он упал как-то криво, короче, его глюкнуло. И он теперь подо мной сейчас. Ой, я не то заклинание использую. Тут жопа, короче. Я думаю, что я так долго кастую, я не то заклинание юзаю. Кого-то убил? Я убил этого. Колесо, сейчас попытаюсь убить молниями этого. Блин, не попадаю. Рыцаря. Он подо мной ровно не в таргет взял. А нет, смотри, попал. Сейчас еще один раз. Все, убил. Рыцаря нету. И некроманта местного нету. Да. Мы с ним разобрались. Так, а что скелет тяжелый? Так, и все. Колес тоже нету. Ой! Голова! Успел. Нормально. Ты где? Я иду к тебе. А давай, выходи. Так. Ой! Я забыл посох взять. Убил. Так. Посох, 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 посох. Ай-яй-яй. Нормально. Ты ходил. Это двоих, что ли? Зацепил. Похоже, что да. Так, сейчас я подлечусь. Ну, ты хочешь немножко этой галлюциногенной магии? Давай. Смотри, сейчас я прохожу туман, ты спрыгиваешь раньше меня, добегаешь до этого стола Пинвилла, да, его правильно? Да. Ну или Пинвилл, не знаю, ударение. Ну да, ну в общем, доходишь до моста, вот это до стола, я запускаю заставку, и ты видишь, что ты галлюцинация. Сейчас.
Так, сейчас. Давай, Кма, к этой, к столу. Бегу. Все, устала? Да, устала. Теперь это галлюцинация. И никакого фантома. Да, меня не существует. Какие странные звуки они издают. Ой, дублировался. Какая-то копия была? Какой вот посередине, это? Посередине, да. А, я опять не успел в него попасть, молнией. Ну, в общем, с одного каста. Да. А теперь мне бежать надо до сюда, чтобы забрать сет клирика. Матка матери, мне не повезло. А мне повезло. Так. Пока беру щит, заменю на фонарь. Вообще, с фонарем здесь ходить, конечно, неудобно. Но намного удобнее с личинкой ходить. Ну да, но личинку надо доставать. Так, у меня на новый уровень хватит. Да, у меня хватит на новый уровень, отлично. Да, мы обычно всегда, как раз, когда играли, первым делом. Там после пинвилла можно призывать, нет? Знак будет видно? А знак там чуть дальше идет. А, блин, мне даже посох в другую руку переставить. Я ничего вставать не смогу. Так. Вот. Так, сейчас мне надо бежать прямо туда. Там нет посох. Так. Так, это куда ведет дорога? А, это дорога назад. А, нет, блестяшки какой-то. Да, и назад. Блестяшка и дорога назад. А что ж ты местные эти скелеты не хватает? Так, я сейчас через сокращение, через срез спущусь. Так. Как же я не люблю эти спускающиеся мосты. Вот, короче, чтобы достать Лероя, надо вот где тут сообщение. Вот где мы с тобой срез прыгали, помнишь? С большой высоты. Ой-ой-ой. Нелпер, помнишь? Ах, ты твою мать. Нелпер. Да-да-да. Вот, где мы прыгали, там надо прыгать дальше. Там надо... Тут сообщение обычно стоит. Вот небольшой выступ есть. Если на этом выступе прыгнуть с него, то можно допрыгать до этого. До знака призыва. Для да. Вот тут блестяшка. Ох, тут очень большой, очень большой урон от падений, конечно. Но вот тут большая душа потерянного кого-то лежит сначала. Так, сейчас покажу, что там дальше. Блин, где тут прыжок-то? Вот здесь. Аккуратно. Блин, высоко падать приходится. Так, здесь священная мантия, шапка жреца, дорожные перчатки и палец. То есть то, что на мне сейчас одето. Да. Зато шапка, по крайней мере, у меня теперь есть. Аутентичная. Где она? Ага, все, я на. А, елки-палки! Елки-палки, я упал. Да, я нашел костер. Харнейт Найт спрашивает. Вилмак, ты запретил людям смотреть свои стримы или плотвиночка всех забанила? Нет, просто сегодня я не предупреждал о стриме вообще никого никак. Суки! А. Били меня. Филе. По 37. Отлично.
Еще 3 интеллекта я смогу копьями души пулять. Hornet Knight, я сегодня не планировал стрим и никого не предупреждал о том, что будет стрим, собственно, просто вот так внезапно. Получилось так, что сегодня смог, появилось время и запустил. Так, ну все, можно возвращаться в Кром Огня. Тебе-то да, мне надо до патчеса дойти. А ты с ним хочешь пообщаться? Я хочу у него забрать. Я вообще ради чего сюда пришел? Ради сета. А сет он там у патчеса? Че-то кто-то сказал, что якобы он его продает, что ли, или отдает. Какой-то момент определенный. Так, стоп, нет. Ну, я с ним потом пообщаюсь, я не вижу смысла сейчас с ним общаться. Ты нет, а вот я ради этого только и пришел сюда. Так, Кром Огня. Так. Что, ты не помнишь, кто-то продает посохи мага, нет? Посохи? Не помню. А этот не продает? Ну только, по-моему, этот ученик. И Логан, когда возвращается, по-моему, что-то продает. Да, сейчас проверим. Так, а Логан уже ушел. Поздно, значит. Так, ну-ка, а ученик умеет посохи продавать? Пить предмет? Да, умеет. Во. Я сейчас просто сделаю легкую махинацию. У меня в каждой руке будет по посоху, я смогу в любой руке пулять. Больше тут Dual Stance. Да, Dual Stance. Не, просто реально была ситуация, когда удобнее с левой руки стрелять, а больше справа. Сраные колесики. Да вашу мать, а! Ой. Чего-то там. Да, через срезы допрыгиваю до самого низу. Но там меня колесики зацапывают. Закручивают. Наматывают меня на колеса, свои колеса. Так, ладно, наверное, я думаю, на этом тогда тормознем. Я не на камеру сбегаю до патчеса, заберу сет, и мы уже пойдем валить великих, так скажем, наполнять чашу великую великими душами. Вот. Я бы сейчас сначала в Ариамис сходил. Я хочу в Ариамис. А, в Ариамис, да, в Ариамис сейчас сходим обязательно, но для начала я схожу за сетом. За сетом я схожу не на камеру, а я думаю, после того, как я перееду на следующей неделе, уже, наверное, во вторник примерно, мы с вами следующий стрим забацаем и сходим в Ариамис. Вот на сегодня, наверное, пока все, хватит. Всем спасибо, кто вот так вот внезапно на внезапный стрим пришел. В следующий раз я, естественно, предупрежу заранее. И всех вас жду. Всем спасибо, давайте, всем счастливо. Пока-пока.